Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванша калпатару ващча кипасинда бевача Патитанам павуне бхавайшна вибьо намо намаха Мукам кароти вача ланг пангун ланг хайта гирин Ят кипатам аханг ванди парамананда мадавам Бриндавиту сиде байпиявай кесава сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Шанкетане Кришна катхо падеша Гаурия патрашо пракасанеча Садану ракта гуру бхакти йокто Бхакти Прамодак Джагодбаруна Дхейям Садапари Бхабхагна Бхавишчадухам Титхас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхита Тихам Панатапали Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада паллаванаха чаннамани чатая Вишпуриджита кимапгабабадусвадарши Пурнанурагара сусагара сарамути Сарадхикамай кадангибамкаруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитвананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Аджануламбита бхужо канакабдато Сангитанайкавитару гаманайатакша Вишамбару диджабару джугадхармапалу Банде ягат приякару карунабхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гауи нирантара бхужи тобам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Барауна Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасястиде Самби Вам Нишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Gaurangaika gatir bhajasitamati si gaurdhamo sthiti sasasvaika vitir kusanga virati dusto vyathaniskriti Sirupaika roti sanatana nati Sijivote jostati Shishidhanta saraswati vijayate Gauriya goshti pati Shishidhanta saraswati vijayate Gauriya goshti pati Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, all the affluences there in Gauriya Mott, all the glamour visible in Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что все великолепие, все богатство Гауди Матха, оно предназначено для служения Сочетания Махапрабху, для служения его Читания Вани. И вот все богатство, все великолепие Гауди Матха, большие здания, огромные храмы – это все для служения, для настоящего служения Шри Читанья Вани, для служения учению Шримана Махапрабху. Мы должны использовать это как Юкта Вайрагью. Мы не должны наслаждаться этим. Если кто захочет наслаждаться тем богатством, которое есть в Гауди Матхе, он обречен на смерть, нет сомнения в этом. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что чтобы привлечь людей, чтобы они привлеклись и пришли в Гауди Матх, и в итоге, чтобы они получили возможность совершать Харикатху и Харикиртан, мы поддерживаем все это великолепие, но суть в том, что это подобно Юкта Вайраги. Это настоящая Юкта Вайраги. И также мы можем вспомнить, чуть раньше я говорил, что Шрила Прабхупад сказал, что Господь благословил меня, чтобы я не видел лица тех людей, которые использует сбор пожертвований для своих корыстных мотивов. И вот Шрила Прабхупад просил, чтобы Господь благословил его, чтобы он не видел лиц тех людей, которые собирают славу, почесть и уважение для своих собственных корыстных интересов. И вот Шрила Прабхупад уже сказал много раз, если мы не будем выражать почтение Юкта Вайраги, то тогда майя поймает нас. Вайшнави пратишта значит, что значит Вайшнави пратишта? Достаточно давно я спрашивал это у группы Падме, поскольку какие-то преданные, они меня дразнили, что я не заинтересован в проповеди и в том и другом, что я стеснялся постоянно, и вот и вот они говорили, что я должен принимать вайшнави пратишту, иначе буду наказан за это. Я вот думал, каково значение этого может быть. Я пришел к Гурудеву и спросил, каково значение вайшнави пратишты. Я хочу осознать это. И Гурупад Падма спросил меня сначала, попробуй объяснить то, что ты понимаешь, и я исправлю, если это не так. И вот по милости Гурупад Падмы я начал говорить. И у Гурудев, я думаю, что те, кто настоящие вайшнавы, они обретают пратишту, это пратишта, которая не задевает их сердец, она по-настоящему вайшнави пратиштха. И Гурудев сказал, да, сначала мы должны
возвысится до уровня вайшнава, и тогда мы автоматически увидим, что ни влечение, ни отвращение, ничто не оскверняет наших сердец. И это зовется по-настоящему юкта вайрагья. Это зовется вайшнави пратиштха. Вайшнави пратиштха, она очень важна. Если мы будем игнорировать вайшнава пратиштху, то тогда Майя-деви, она захватит нас. И также под именем вайшнава пратиштхи, юкта вайраги, если мы не сможем определить свое положение прямо сейчас, то кто-то может говорить так, а кто-то начинает стремиться к вайшнава пратиштхе, но на самом деле такие люди стремятся к вайшнава пратиштхе, они не знают, как утвердиться на уровне вайшнава, они должны повторять лак харинама, по крайней мере, и перед и вести себя одинаково, как на публике, так и в уединении. И вот, и тогда мы почувствуем, что божественная помощь придет к нам, если мы будем так себя вести. И тогда мы увидим, что это зеленый свет, и тогда мы сможем проповедовать. И тогда вайшнави пратиштха, она поможет нам в нашем баджане, не будет мешать. И это зовется вайшнава пратиштха, иначе под именем вайшнава пратиштхи юкта вайраги люди могут заниматься какой-то ересью. Сейчас иногда можно видеть под именем юкта вайраги, под именем вайшнава пратиштхи всякая ересь происходит. Люди не пытаются понять, что есть что. Они только неправильно, они злоупотребляют вещами. И вот как Шрила Прабхупада просил своих друзей, он говорил перед своими учениками, Шрила Прабхупада говорил: «О, друзья, у меня есть послание, которое я получил от моего Гуру Падмы, и тоже послание я хочу передать вам. Мы все ведемся, мы должны вести себя как почтальоны, почтальоны должны приносить письма адресатам, а не менять их, и поэтому мы не должны не выражать никакого тщеславия, никакого ложного эго, мы и не должны гордиться тем, что делаем. Это зовется Каян Панха, вайшнави пратиштха, юкта вайраги. И вот достаточно давно, несколько месяцев назад, я говорил о важной теме, о Брахме, Питамаха Брахма, когда говорил Харикатху Нараде. И после этого, когда Харикатха закончилась, Питамаха Брахма, он сказал Нараде: «О, мой сын, будь осторожен, я говорю об этом, об этой Бхагават-татве, ты не должен злоупотреблять этим, ты должен пользоваться этим божественным знанием достойно». И вот поэтому последние несколько дней я говорил, что Шри Чайтанья Чаритамрите, вот говорится эта шлока, что ни умом, ни телом, ни речью мы не должны причинять боль никому. Но чистые гуру вайшнавы, они не приносят боли никому, даже никаким насекомым. Но все же, чтобы занять нас в баджане, Шрила Прабхупада был вынужден говорить жестко, чтобы занять нас в бескорыстном баджане, Шрила Прабхупада иногда жестко говорил, поэтому перед тем, как оставить тело, Шрила Прабхупада говорил, что я был вынужден говорить жестко перед всеми вами. Может, кто-то думал, что я ваш враг, но если вы ваша удача достаточно велика, вы поймете, какое великое благо я хотел принести вам в вашей жизни, а вы не поняли. И вот Питамаха Брахма говорит Нараде: «О, Нарада, мой сын, будь осторожен, ты не должен злоупотреблять этим». И вот Брахмаджи Махараджи говорит: «Санграхо вайам вибутинам
Tamita Devipuli Kuru Idam Bhagavatam Nanu Janme Bhagavato Ditam Sandraho Ayam Vibhutinam Tamita Devipuli Kuru Yatha Haru Bhagavati Ninam Bhaktir Bhavishvati Sarvatmanya Khiladhari Iti Sankalpo Varnayo Yatha Haru Bhagavati Ninam Bhaktir Bhavishvati Sarvatmanya Khiladhari Iti Sankalpo Varnayo Pitamaha Vishwa, Pitamaha Brahma speaking. И вот Питамаха Брахма говорит, что это Бхагаватам, этот Шримад Бхагаватам, я узнал о нем, о Верховного Господа, Бхагавана. Сам Верховный Господь сказал мне, что это очень важно, и это с Вибхути, это... В Бхагавате можно найти прямо или косвенно славу Верховного Господа, слова преданных, это тоже слова Господа, только косвенно. И вот Верховный Господь, Он, Его Вибхути, слава Его деяния, оно все собрано там. Я говорю кратко, вы должны медитировать и совершать баджан совершенным образом, и автоматически это появится в вашем сердце. Вы будете говорить, как по милости Гуру Вайшнавов, я могу вспомнить все о Шри Прабхупаде, и я буду продолжать говорить о нем. И как это возможно, это проявится в моем сердце автоматически. И вот это автоматический фактор, у меня нет никаких достоинств. И вот Брахман говорит, Брахманджи говорит Нараде, что вы можете... Что вы должны говорить Харикатху таким образом, что вот Бхагавати Хару, Бхагаван Хари и лотосным стопам Бхагавана Шри Кришны. Мы должны поклоняться, чтобы люди обрели бхакти. И вот с такой решимостью вы должны отправляться на проповедь. Иначе, если у вас нет такой решимости, то это плохо. Sarvatmanya khila dhare iti sankalpo varnayo. With this, you know, determination. С такой решимостью. You know, determination. You can go on preaching. Вы должны проповедовать, иначе, если вы будете проповедовать для того, чтобы собрать лабхуджу и братишку, то это очень опасно для вас. И тех, кто слушает ваши проповеди. И вот я много раз говорил вот эту шлоку. Вот тот, кто говорит неправильно. И вот с бесчисленных времен те, кто слушает Харикатху, каких-то людей, которые говорят ложь, они также попадают в ад, как... То есть обманщики, тех, кого он их обманывает, они тоже в ад попадают. И вот такие люди, которые говорят какое-то подобие, не подобие, а это подражание Харикатхи, то есть имитацию Харикатхи, они все попадают в ад. И то, что я не могу применять в своей собственной жизни, я не могу говорить об этой философии другим, будьте осторожны. Может быть, какие-то великие философы говорить могут
час за часом, но кто слушает их философию. У нас нет времени слушать лекции. И кто думает об этом? Мы не заинтересованы какие-то лекции слушать, а то, что мы не можем применить в своей собственной жизни, у нас нет права говорить об этой сухой философии. Вначале всего мы должны в своей собственной жизни применить это, следовать этому, и потом можем только говорить другим. И это будет зваться такое сознательное сама, то есть речь того, кто делает то, что говорит. И вот апарикша, то, что не проверено в нашей собственной жизни, если мы будем просто говорить об этом, но не в нашей собственной жизни, в нашем поведении это не практически не явлено, то такие лекции, не такая харикатхана приведет нас только в ад. И вот мы должны помнить. И вот настоящая харикатха, если мы выступаем против настоящих харикатхи, против настоящих вайшнавов, то будьте очень осторожны, вы призываете смерть к себе, духовную смерть. Будьте осторожны. Если вы будете препятствовать настоящей харикатхе, пытаться как-то ее остановить, или против чистых вайшнавов, чья жизнь посвящена ради гуру и гуранги, вы можете проверить себя в вашей жизни, что случится с вами. Если будете делать так, то будете наказаны. И вот в Бхагаватам в 11 песне говорится о Бхагават-татва-вигьяне, о Бхагават-катхе, о харикатхе, настоящей харикатхе. И вот говорится, тот, кто слушает харикатху, и тот, кто читает Бхагаватам, и те, кто одобряют харикатху, или те, кто помогают в организации харикатхи, все они, все, кто прямо или косвенно связаны с проповедью харикатхи, они обретают великое благо. И что говорится здесь? И что значит эти слова Шрута? Если кто-то говорит, а мы слушаем, и вот под руководством гуру вайшнавов мы говорим харикатху. Шрута значит, мы слушаем харикатху от вайшнавов. Или мы читаем эту харикатху, или просто думаем о этой Бхагават-катхе, повторяем харикатху и думаем о лилах Верховного Господа, которые описываются в Бхагаватам. И вот здесь слово «адрита» значит, буквально назначит восхищение харикатху. Если мы сердцем восхищаемся, принимаем эту харикатху, выражаем почтение этой Бхагават-катхе, то это очень хорошо, но все это... И у нас... И если даже люди сами не слушают, но позволяют в своих местах, которыми не обладают, у кого-то есть, например, зал какой-то, он позволяет там говорить харикатху какому-то саду, а сам, если даже не слушает, то он все равно благо получит. И вот так или иначе, те, кто одобряют это, то они получают великое благо. И вот садхарма, бхагавад-дхарма, вайшнав-дхарма, бхагавад-дхарма, она может дать нам
великое благо. Оно может очистить нас таким образом, что если мы выступали даже против полубогов, то а имейте в виду, что даже если все полубоги, весь мир будет против нас, то это не повредит нам. Бхагавад-дхарма очистит нас, и мы не можем представить, какое огромное благо мы получим. И вот это очень харикатха, бхагавад-катха, она очень важна, и это особая обязанность гуру вайшнавов, тех, кто проповедует. Для них это особое благо харикатха, поскольку они думают, что это не инструмент собирания денег, лабхи пудзи, пратишти, нет, это их баджан, лучи из баджана. И наставление, которое мы получили от Брамы, и вот там говорится, что наше сердце должно быть очень мягко, и бхакти должно быть в нашем сердце, поскольку без бхакти, что мы можем проповедовать, какую-то сухую философию, нет, бхакти должно быть в нашем сердце, и в этом случае мы должны думать о настоящем благе дживатам, не о каких-то временных удобствах, а о вечном благе, что Шрила Прабхупад хотел сделать для всего мира, он хотел принести весь вечное благо, но люди настолько глупы, что они не поняли Шрилу Прабхупаду. И вот наш Гауди Матх, наша Гауди Миссия, она для абсолютного блага этих людей. И вот с такой целью, с такой и вот мы должны быть преданы лотосным стопам нашей Гуру Ваги, поскольку это Шраута Пантра, Шраута Вани. Если мы не будем выражать должного почтения, будем пытаться показать всем, что мы выше, чем наши Гуру, наши наставники, то мы ничего не сможем сделать. Все это будет ложная вся так называемая проповедь, она будет невежественна. И вот те материалисты, если не пытаются проповедовать, то их проповедь, она подобна карме. Это не настоящая проповедь, вообще не проповедь. Проповедь – это нечто остальное. Люди очень глупы, что не понимают этого. Я другой пример приведу, чтобы вы поняли. И вот достаточно долго, достаточно давно так много саду собрались в йога-питхи в Шримандире. И вот был праздник какой-то, в общем, всех саду позвали. И вот это на Радхаштане было или еще где-то, я не помню, но так или иначе Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж совершал свой баджан в Коладвипе. И вот он пригласил всех сахаджи и сказал, что вы должны пойти в Йогапих, там большой праздник, большая бандара, вы должны пойти туда. И Гоки Шрадас Бабаджи Махарадж пошел, пригласил всех сахаджи и прочего, и вот они пришли в этот же день по приглашению Бабаджи Махараджа. Он сказал еще, что пораньше надо прийти, там в 9 уже быть, чтобы ничего не пропустить. И вот когда эти сахаджи пришли, то видят, киртан происходит. И после этого харикатха. И вот разные махараджи говорили харикатху. И вот эти люди ждали, ждали, когда же прасад начнется, бандара. И вот и смотрели, а где же тут готовят что-то. Вроде ничего не готовят, может, там где-то внутри готовят, что не видно. И вот с этой мыслью они ждали и думали, когда еда будет. И вот после того, как харикатха кончилась, то потом еще харикатха началась, и вот там рассказывали о Гауди Даршане, там была
настоящая харикатха. И вот после того, как все кончилось, уже было около трех, и люди ждали, где же там бандара будет, обед когда. И вот и тогда Горки Шродас Бабаджи Махарадж пришел с какими-то сладостями сухими и начал раздавать. Но его спросили, а где же бандара? А он сказал, вот бандара Харикатха, это был праздник Харикатхи, и поэтому я вас всех пригласил. И вы думаете, что бандара — это раздача сладких шариков, параманы, пушпаны и прочие еды? Но нет, настоящая бандара — это праздник Харикатхи, это распространение Харикатхи. И вот людям этим сахаджиям было делать нечего, они съели эти сладости. И вот так или иначе Горки Шродас Бабаджи Махарадж хотел позволить им, чтобы сделать так, чтобы они услышали настоящую харикатху, и это зовется проповедью Гаудия Матха. И вот то, с чего я начал, вы должны вспомнить, Шрила Прабхупада говорит, что все великолепие Гаудия Матха, оно для настоящего служения Гуру Гауранги и Гандхарвики Гиридхари, чтобы привлечь людей, чтобы они пришли, и у них была возможность слушать харикатху. И поэтому мы выражаем такое великолепие, но на самом деле такие, как Рупа Госвами Пад, он вот в этой шлоке он описывает служение. И в этом шлоке описывается настоящее служение в Гаудия Матхе под руководством Рупы и Санатаны. И это та процедура, процедура проповеди такова. И вот Гаудия Матх, он проповедует таким образом, чтобы обычные люди, они обрели благо из этой харикатхи и обнаружили свое изначальное положение, и чтобы они поняли, кто они на самом деле. И вот вчера я говорил, перед тем, как отправлять кого-то на заповедь для проповеди, Шрила Прабхупад говорил, каким-то преданным, я имею в виду своим ученикам, и вот Шрила Прабхупад говорил: о, друзья, перед тем, как вы отправитесь на заповедь, на Запад для проповеди, вы должны помнить всегда, даже и не забывать ни на часть секунды эти две шлоки, которые даны Рупой Госвами Падой. И я сам следую этим двум шлокам, и вот я уже сказал внутреннее значение этих шлок, вот эти. И вот таким образом я уже сказал о внутреннем значении этих шлок. Какие-то люди могут показать, что у нас, у них есть какое-то отречение, что они заняты в Харибаджане, но я слышал от Гурварги, они, и вот Гурварга, они говорили, что чтобы понять, что такое Харибаджан, какова техника Харибаджана, это займет рождение за рождением, то есть очень долгое время. И что же за вопрос? То, чтобы начать Харибаджан, чтобы только понять, что такое Харибаджан, это несколько жизней может занять, не то, что начать. И вот кто-то может занимать положение ачарьи, но что толку? Какое отношение это к нам имеет? И вот мы должны помнить, что техника Харибаджана очень сокровенна.
И мы должны понять сначала эту технику Харибаджана, чтобы начать его. И вот мы должны вспомнить сначала, что Санатан Госвами Пад, я вчера говорил, что Санатан Госвами Пад говорит эту шлоку. И вот когда он прославлял Намбабу в Намаштаке, и вот там Санатан Госвами пишет, Катамапи сакрилатту муктидам пранинам ят парамам амритамекам дживанам бхушанам. Брихат Бхагаватам, you can find there, Санатан Госвами Пад glorifying. Glorifying the Нам Прабху. Вот это из Брихат Бхагаватам Рите. Намананда рупам мурари джаяти джаяти Намананда рупам мурарир биромито ниджадхарма дхьяна пуяди джатнам катамапи сакридатто муктидам пранинам ят катамапи катамапи сакридаттам муктидам пранинам ят парамамритамекам дживанам бхушанам ме. Джаяти джаяти намананда рупам мураре, хе нам рупи мурари. О нам рупа мурари, я прославляю тебя, поскольку имя Харинам, он превыше всего. И этот Харинам, который может даже, если мы будем медитировать, совершать пуджу, совершать варнашама дарму совершенным образом, медитировать и делать прочее, но нам Прабху, он превыше всего, он Ананда Брахма. И нам не нужно следовать этой варнашама дарме и всем другим временным вещам. Я буду говорить в следующие дни об этом, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам особое наставление Шриле Прабхупаде перед тем, как оставить тело, чтобы утвердить варнашама дарму, дева варнашама дарму. И там я детально могу обсуждать, не сейчас. И вот перед Харинам Прабху, Харинамам Прабху, варнашама дарма, но все дьяна, медитация и пуджа, поклонение и все остальное, но незначительно. Хари, он превыше всего, и если кто-то как-то когда-то сможет произнести это имя, даже не просто имя, а намабхас, некое подобие святого имени, то все же этот намабхас, он поможет той обусловленной душе так или иначе обрести освобождение. Вы уже знаете об этой сиданте, что намабхас, он дарует мукти. А мукти, что значит освободиться от влияния материи. И настоящий харинам, если он явится, то с этим настоящим харинамом мы получим все, чтобы получить милость Кришны. Настоящий харинам, значит, прама придет, и вы будете танцевать. И вот намабхас, это тоже очень хорошо для обусловленной души. И Харидас Такур, он обсуждает с различными преданными о этом намабхасе. И вот какие-то материалисты, вот Гупал, он спорил с Харидасом в Саптаграме. Можно вспомнить, когда Харидас пошел в дом Хираня Гавардхана, они в одной деревне жили. И вот Харидас такого пришел и начал говорить Харикатху о Харинаме. И какой-то этот материалист, он спорил, он сказал, что как ты смеешь говорить об этом, то, что мы не можем получить с помощью медитации, аскез, тапаси, то это мы можем получить с помощью какого-то харинама, что это такое, ты глупец. Но Харидас Такур, он не
выразил никакого гнева, с смирением. Он сказал: «Почему ты не веришь мне, Намабас, Нампрабу? Они настолько могущественны, а то, что ты не можешь поверить, это твоя проблема. Нампрабу, он очень могуществен». И вот перед Намапрабху все, перед Харинамом, вся Варнашама Дхарма, медитация, аскезы, поклонение. Что мы будем делать с этим Харинамом? Он очень могуществен. И вот даже с помощью Намабаса все обусловленные души могут освободиться. И если мы обретем настоящий Харинам, то обретем Амриту. И этот Харинам — это моя жизнь и душа. И вот Санатан Госвами говорит об этом. И также я хочу напомнить вам, что те, кто не могут воспевать Лак Харинама, для них моя просьба, если вы будете поклоняться, пытаться поддерживать чистоту, внешняя чистота и внутренняя чистота. А чистота, что такое чистота? Это непоколебимое, непрерывное памятование Верховного Господа. И вы должны пытаться повторять Харинам, Лак Харинама. Если вы не можете делать, то это проблема для вас. В какой-то день вы должны начать, поскольку без Харинам Баджана ваш Баджана, он не закончен, не совершенный. И вот много раз я говорил, тот, кто последние 100 рождений поклоняется Васудеве Кришне всем сердцем. Те, кто поклоняется Васудеву сотни рождений, будьте осторожны. На его устах Харинам может танцевать. И также я могу сказать, те, кто получили полную милость Намачари, не только Харидас Такура, но и наши Гурваги, наша Гурвага, она тоже Намачария, как Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, или Вамана Госвами Махарадж, или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они все Намачарии, те, кто получили Харинам. Харинам для них — это их жизнь и душа. И вот они все время принимают прибежище и помощь у Харинамы. И Джива Госвами, он предупреждает нас: «О Гауди, вы должны помнить, что не приняв прибежище у Намапрабху, все ваше служение, оно бесполезно. Все ваше служение должно совершаться под руководством Намапрабху. Если вы не примете прибежище у Намапрабху, то все ваше служение бесполезно, будьте внимательны». И вот Намапрабху, он превыше всего. И вот сейчас я хочу вернуться, но что Шрила Прабхупад хотел сказать? Шрила Прабхупад хотел напомнить нам о этой шлоке, которая с праздницы началась с Санатана Госвами. Это шлока из Брихат Бхагаватамриты. И вот Шрила Прабхупад хотел прояснить это, что через эту шлоку, что Санатана Госвами хотел показать нам, то слава, всю славу Харинама Прабху. И это то же самое мы можем найти в жизни, последние шлоки Веданты. Веданта Фолпад. И после, изучив всю Веданту, какой результат этой Веданты, Фолпад называется эта часть, и что же там, каков же плод Веданты. И вот Веданта, последний
части Веданты, последние шлоки, говорятся такие слова. Анаврити Шабьят значит, что вы можете прекратить ваш цикл рождения и смерти, и как когда вы произнесете Харинам. Все формулы, данные Веданте, вы можете, не все могут понять их. Вы должны делать все под руководством гуру и вайшнавов. И вот Анаврити Шабьят значит прекращение ваших рождений и смерти. Анаврити Шабьят значит Шабьят от звука, из звука. Что значит шабда? Апракрита шабда брама. Это значит не только это. И что же это за шабда брама? Это Бхагаван, имя Бхагавана. И вот в Бхагаватам также говорится. И вот вы можете вспомнить, Парикшит Махарадж, он спросил Шукадева Госвами: «О Гурудев, вы должны сказать мне простой путь, и такой путь, через который я могу обрести наивысшее благо, и что же это? Атхо причами сам сидхим». И вот те, кто умирают, неизбежно сегодня или завтра для них, какой же самый простой баджан, какова процедура этого баджана, мы хотим узнать об этом. И вот Шукадев Госвами отвечает: те, кто хотят стать бесстрашными, И вот Шукадев Госвами говорит: о царь, если ты хочешь стать полностью бесстрашным, и если ты хочешь обрести наивысшее благо, достичь наивысшего, то есть два пути. Путь праврити и неврити. Праврити марг значит, мы все равно будем наслаждаться чем-то, но я уже говорил, что если у вас есть склонность к наслаждению, все же это моя просьба. Пытайтесь поклоняться Кришне. Пытайтесь поклониться Кришне, может, несовершенно, но все же поклоняйтесь, поскольку Кришна может помочь вам избавиться от вашей обусловленности, от анипьялаша, посторонних желаний и прочего. И Кришна в итоге получит нам обрести нектар. В Рамананда Самвати я говорил о настроении Кришны. Махапрабху там описывал это. И вот Махапрабху говорит, что те обусловленные души, глупые люди, они заняты наслаждением, но Махапрабху говорит, когда не молятся Кришне, это хорошо, поскольку это обязанность Кришны позаботиться о них. И что же это? Кришна увидит, что эти люди глупы, они поклоняются мне и в то же самое время хочет какие-то материальные наслаждения, что это? И вскоре я позволю ему выпить нектар, и он может испить этого нектара и автоматически оставит все эти материальные наслаждения. И вот вчера, я думаю, я говорил об этой шлоке. И те, кто следует такой сухой процедуре, это очень опасно. А те, кто имеется в виду те, кто отрекаются, этот путь опаснее, и путь наслаждения тоже опасен. А что же безопасно? Это юкта вайрагья, гармоничное отречение.
Мы не должны слишком привязываться или испытывать отвращение к чему-либо. Мы все должны видеть как предметы служения Кришне. Все должно быть гармонично сочетаться в служении Кришне. И вот перед Парикшит Махараджем Шукадева Госвами говорит: «О, царь, если ты примешь прибежище у этого Харинама, о, царь, все Вишудха Саду, они приняли решение, они решили, вот, что вот это есть решение, что Хари-киртан – это единственный путь, мы должны совершать Харинам Санкиртан. И в Бхагаватам это описывается Харинамануакиртаном. И мы должны совершать Харинамануакиртан под руководством чистой гуру и вайшнавов, не только повторение Харинама, но мы должны воспевать славу Кришне из киртанов, из Бхагаватам, мы тоже можем это делать. И вот это последнее наставление Шримад Бхагаватам, в последней шлоке Шримад Бхагаватам говорится. И вот после 18 тысяч шлок, вот эта шлока приводится, и в ней говорится, что Харинам, он превыше всего. Харинам, он превыше всего. И вот Шрила Прабхупад хотел показать нам эту сиддханту, что Санатан Госвами хотел сказать, и то же самое мы можем найти в Веданте, из в последней сиддханте Веданты Анаврити Шадбьят в этих словах, и также Шримад Бхагаватам я привел свидетельство, и вот Шрила Прабхупад, он хотел сказать нам: о, друзья, вы ездите на запад, вы должны следовать пути Юкта Вайраги. И вот две шлоки, которые даны Рупа Госвами. И второе, вы должны принять прибежище у Харинама. И те, кто не примет прибежище у Харинама Прабху, те, кто не получит милость Харинама Прабху, они не должны проповедовать, поскольку они не могут проповедовать достойно. Это невозможно. И только по милости Нама Прабху это возможно для тех преданных, которые проповедуют, и такого сиддханта. И вот опять Шрила Прабхупад говорит, что если вы отправляетесь на запад, в другие страны на проповедь, там может быть слишком много какого-то материального развития, слишком богаты могут быть, если потом едете в бедные страны, то не нужно привязываться. Мы не должны чувствовать влечение или отвращение. Мы должны чувствовать, что все великолепие и богатство, которое есть в каких-то определенных странах, если мы можем занять это в Гуру Вайшнава Севе, то тогда это имеет какое-то значение, иначе оно все бесполезно. И какое отношение это имеет к нам? Ничего не должно осквернять наших сердец. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы не можете занять служение и все это богатство, то это подобно моей иллюзии. И вот вы, когда идете на проповедь на Харикиртан, совершая Харикиртан всем сердцем, то вы должны показать не материальное, не что-то материальное, а показать Харибхакти вашего сердца. И вот
И вот можно видеть, что какие-то страны очень развиты в технологическом и материальном плане и в других отношениях. Но они примут нашу сиддханту, если мы будем говорить харикатху из открытого всего сердца, поддерживая слова своим поведением, и тогда эта харикатха заденет их сердце и изменит его, поскольку они такие достойные аргументы они примут, и поэтому с полным терпением мы должны делать это. И вот третья шлока, Шикшаштаки, я сказал о ней, что с полным терпением мы должны идти и совершать харинам санкиртан, и кто-то может выражать почтение вам, кто-то оскорблять, но вы не должны опечалиться и обижаться, или слишком гордиться чем-то. И вот так или иначе, если вы будете проповедовать на Западе, кто-то может оскорбить вас, и кто-то может, и вот в процессе нашей проповеди кто-то будет уважать нас, кто-то оскорблять, но мы не должны привязываться к этому, поскольку все, что мы должны делать для радости Гуру и Вайшнавов и Бхагавана. И если какое-то почет, уважение приходит к нам, и кто-то оскорбляет нас, то мы должны иметь терпение. И мы не будем соревноваться ни с какими другими людьми. И мстить тоже никому не собираемся. И также мы не будем сражаться с кем-то. Мы должны помнить наставления, данные Шичитани Махапрабху. Оно таково, что с полным терпением с Тринадапи Бхавы. И вот это данное в третьей шлоке Шикшаштаки. И вот Шичитани Махапрабху говорит, дает открытое наставление нам, что мы должны вещать мое учение другим, мой идеализм, но мы должны утвердиться в Ачароне, то есть мы должны следовать сами всему, о чем мы говорим. И без этого вы не сможете проповедовать, это очень опасно. И вот мы должны быть искренни в нашем сердце, и все наши тридандипад саньяси, наши гаудимиссии, они все подобны большим мридангам. И мы хотим играть в гармонии с наставлениями нашей гурваги, все гауди, они саньяси и прочие, они подобны живым мридангам Шичитани Махапрабху, те Триданди Бикшу из Гаудимиссии, они подобны живым мридангам Шичитани Махапрабху. Они играют всегда под руководством Гуру и Вайшнавов, и находясь под лотосными стопами Гуру Варги, под их сенью лотосных стоп Гуру Варги, они делают это. И я слышал от Гуру Варги, наша Гуру Варга, они подобны апракрита, трансцендентным громкоговорителям. Вся наша настоящая гурварга, спутники Шрилы Прабхупады, они подобны живым мридангам. Шрила Прабхупад говорит, что они подобны таким апракрита, трансцендентным громкоговорителям. И звук исходит из их бхакти. И этот звук, он исходит в форме харикатхи, и они
проходит через их сердце, и так они говорят. И они таким образом получаются буквально трансцендентными громкоговорителями. И непрерывно Харикатха и Харикиртан происходит. И Шрила Прабхупад говорит, что у нас, если у нас будет такая способность по милости Гурваги, мы сможем воспевать славу Верховного Господа Гуру Вайшнава все время, и тогда мы не сможем иметь каких-то желаний славы, почести и прочих посторонних вещей. Шрила Прабхупад говорит, что если кто-то хочет куда-то съездить без какой-либо причины, просто посмотреть на Америку или на Европу, то Шрила Прабхупад говорит, что если такое настроение заденет ваше, будет в вашем сердце, то это осквернение, и оно обречет вас на смерть. И вот непрерывно Харикатха и Харикиртан должны происходить, как, например, Шрила Бхакти Вайбхава в Пури Госвами Махарадж, когда он отправился на Запад. Много людей критиковали его, что он же старый, пожилой, что ему там делать вообще. Но он что делал? Он воспевал славу Верховного Господа всегда. И он не ехал для сбора денег туда. Или Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж по указанию моего Гурудева, он отправился на Запад, но перед этим он спрашивал, как я могу туда поехать, я падшая душа, как я, там много моей, как я могу поехать, я обусловленная душа, что делать там. Но Гуру Махарадж сказал, ты должен ехать на Западе, есть люди, которые нуждаются в милости Гуранги. И поэтому ты должен ехать туда. И Махарадж очень перед какими-то преданными сказал, что я пришел сюда. А вот он приехал, когда приехал, тот сказал, что я не приехал ни сюда, ни сюда не для того, чтобы собирать деньги, а для того, чтобы проповедовать. Поэтому все деньги, которые приходят, нужно занять здесь на проповеди. А потом, когда он приехал, его братья в Боге смеялись над ним, что другие махараджи ездят на Запад, кучу денег привозят, а вы ничего не привезли, что толку, что вы туда ездили. А Гурудев сказал, что я поехал не для сбора денег, а для настоящей проповеди, это настоящее положение по-настоящему уважаемых вайшнавов. Я хочу принести поклоны их стопам бесчисленное число раз. И также в киртанах говорится, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит такие слова. И вот давно Шрила Бхактивинода Тхакур, около 120 лет назад, Бхактивинода Тхакур пишет вот такие слова, что я путешествую с одной страны в другую. И вот если они путешествуют по разным странам, но цель какова? Просто для сбора денег. Люди часто просто ездят, ну, под именем проповедь, просто собирают какие-то деньги, пожертвования, но мы не должны заниматься этим. Шрила Прабхупад говорит, что если вы не получите эту милость, и мы должны воспевать имя, славу имени, а точнее, если мы не можем круглосуточно воспевать славу имени Кришны, то мы не должны отправляться в другие страны на проповедь. И вот мы должны всегда помнить наш Анья-Бхилаш, наш Анья-Бхилаш, постороннее желание ездить туда-сюда, просто посмотреть на другие страны. Оно плохо. У нас не должно быть таких желаний в нашем сердце. И вот те, кто нишкинчен, те, кто полностью нишкинчен, и никакого абхилаша не должно быть, они могут
отправиться на запад, чтобы говорить Харикатху, но они ездят, и вот какие-то достойные личности, которые ездят для проповеди, то их Харикатха – это не инструмент сбора денег, славы и почести. Харикатха, она наивысший вид баджана для таких преданных. Это служение Гурваге через Харикатху и Харикиртан. Это наивысший уровень Харибаджана. Гурудев говорил, что мы должны говорить Харикатху. И вот в этой шлоке, когда Шрила Прабхупад предупредил нас, что если вы будете повторять Харинам в каком-то уединенном месте, чтобы получить славу такого отшельника, то это плохо. Лучше идите, говорите Харикатху, проповедуйте, пытайтесь распространить этот нектар среди людей. И вот процедура, которую вы следуете, вы хотите находиться в каком-то уединенном месте и повторять харинам, но это подобно лицемерию собирать имя славу. Но Харидас Такур не был лицемером. Мы не можем следовать Харидас Такуру. Харидас Такур в Бинапале совершал баджан вроде как в уединенном месте, но кто хочет следовать Харидас Такуру? После тысячи жизней вы можете следовать Харидас Такуру, не сейчас. Харидас Такуру может совершать три лакха харинама непрерывно. Он намачарья. Он намачарья, великий намачарья. И сейчас я дам пример такой. Кто может проповедовать? Я такой пример приведу. Харидас Такур повторял харинам в уединенном месте в Бинаполе. Давно он, вот в общем-то, давно повторял харинам, и люди не только поблизости, но и далеко, которые жили от него, то они слава Харидас Такура, подобно сладкому аромату цветка, распространилась вокруг. И все знали о славе Харинама и Харидас Такура, и уважали его. И был один злой человек, Рамачандра Кан, он завидовал ему и очень ревновал, что его почитают, а не этого Рамачандра Кана. И вот он решил показать всем, что Харидас Такур, он мошенник. И вот из-за своей жадности и ревности он организовал каких-то проституток и сказал, что они должны пойти зависть. Он очень завидовал. И вот это, и поэтому он послал проституток, чтобы они его как-то совратили. И вот сказал, что любые деньги заплатят, надо главное совратить этого Харидаса и показать людям, что он падший человек. И вот он сказал, что надо, может, еще каких-то людей прислать, чтобы они свидетелями были. Но проститутка сказала, что не надо, сначала одна пойду. И вот сначала она пошла познакомиться с ним, показать, что он действительно падший человек, и потом можете послать каких-то людей, чтобы они поймали его за этим делом. И вот эта Лакахира, она была очень прекрасна. Проститутка работала, и вот она пошла. Пытаться как-то совратить Харидаса, соблазнить его. И вот она поклонилась Харидасу Такуру в Риндадеве.
И вот она пыталась как-то показать ему свое тело, чтобы Харидас Такур соблазнился. И вот она пыталась как-то перед ним показать себя, чтобы привлечь Харидас Такура. Харидас Такур, он намачари, он совершал харинам. И таким образом вот он повторял харинам, и Харидас Такур, он дал указание проститутке, что та причина, ради которой ты пришла, я знаю, ты пришла, чтобы получить общение со мной, но сначала моя просьба, мне я дал обет повторять харинам, не могу его нарушить, и поэтому... И вот у меня обет харинам повторить, и я еще не повторил, поэтому подожди, и сейчас, как я закончу, то начнем. И когда же ты закончишь, скоро. И вот Харидас Такур. Он повторял харинам, а эта проститутка сидела, слушала, и вот утром... Уже она обиделась, что ты уже обещал мне. А вот тут же утро, он Харидас Такур сказал, что делать. Времени не было, надо было обед исполнить. И вот эта проститутка ушла и сказала, что Рамачандре, что уже все хорошо было, практически соблазнила его. Но сегодня он харинам повторял, не смог свое обетованное число кругов закончить, а вот завтра пойдет и исполнит мое желание. И вот он пообещал, что будет общаться со мной завтра, и вот она пошла. Завтра опять то же самое случилось, она поклонилась Харидас Такуру и Туласи, и Харидас Такур сказал, что да, я должен дать тебе свое общение, но смотри, сегодня я опять обет принял, вот не успел повторить, ты давай помоги мне, посиди тут, послушай, и посмотрим, что получится. В общем, на третий день то же самое случилось, она опять пришла, поклонилась Харидас Такуру, тут Туласи поклонилась, и села слушать с большим терпением, слушать харинам, поскольку вот третий день был, он уже обещал, что вот сегодня уж наверняка. И вот Харидас Такур повторял харинам, она сидела и слушала. И таким образом, через вот два дня прошел, на третий день ум этой проститутки, он изменился. Поскольку трансцендентный харинам Харидас Такур, он повторял харинам, но этот харинам не материальный харинам, это трансцендентный харинам, а Пракрита Шабда Брама. И вот и это изменило ее сердце, и ночью она начала плакать и пала к лотосным стопам Харидас Такура и сказала, что ее послал Рамачандра Кан, чтобы показать твою такую натуру. Но я вижу, что ты намачарья, настоящий святой, а я падшая женщина, из-за денег я вот занимаюсь проституцией. И, пожалуйста, прости меня. И даруй мне свою милость, я хочу изменить свою жизнь, я хочу повторять харинам, прости меня, и я никогда не буду этим заниматься опять. И Харидас Такур дал такое наставление: хорошо, иди и побрейся, а сначала раздай деньги, которые ты заработал этим грязным способом, потом побрейся, потом... прими омовение и приходи. Но перед этим все деньги, которые у тебя есть, раздай браманам, вайшнавам, в храмы и прочее, и приходи без единой копейки. С побритой головой, в белой одежде, и прими омовение до этого, и я дам тебе харинам. И вот Харидас Такур, он дал харинам этой проститутке, и она
начала воспевать Харинам, и Харидас Такур сказал, что сейчас я ухожу в другое место, ты можешь здесь жить в моем Баджан-кутире и повторяй Харинам, и ты обретешь все, тебе не нужно куда-то ходить. И эта Лакхира начала повторять Харинам. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что вскоре имя, слава о имени этой Лакхиры, эта слава распространилась по всем четырем направлениям везде. И вот люди услышали, что есть такая великая женщина, которая под руководством Харидас Такура совершает три Лакхаринама, она ученица Харидас Такура, и все выражали почтение, приносили рис и прочую еду. И вот она жила, как-то поклонилась Туласи и повторяла Харинам. И вот она заботилась о Туласи и Харинам повторяла. И почему я этот пример привел? Чтобы показать, что Харидас Такур, он позволил этой проститутке жить, вот находиться три дня с ним не для того, чтобы он принимал ее общение. Смотрите, те, кто собираются на проповедь, для них это идеальный пример. И вот Шрила Прабхупад говорит Харидас Такур, он ждал 2-3 дня, поскольку он на 100% был уверен о магическом действии, о силе Харинама. И благодаря имени Рам, просто имени, благодаря имени Рамы, этим, вот Хануман, он писал имя Рамы на камнях и кидал в океан. Эти камни, они плавали, и так он построил храм до Ланки. Он писал «Джай Шри Рам» на камне и кидал этот камень в воду, и этот камень плавал. И сегодня сверху со спутника можно видеть, что этот мост, он погрузился под воду, и там сверху видно его с Рамешвара до Ланки. Можно видеть этот мост под водой. И вот перед тем, как Рамачандра ушел, вот как Рамачандра, когда уходил по просьбе Рамачандры, по просьбе Самудры, океан на Рамачандра разбил этот мост. И вот Харидас Такур был на 100% уверен в силе Харинама. Он знал, что этот Харинам, он изменит сердце этой грязной женщины. И Харидас Такур с такой верой, он пошел повторять Харинам. И действительно, она вскоре ее сердце изменилось, она стала великой преданной, и сейчас Харидас Такур, он три дня он позволял этой женщине находиться рядом, но смотрите, он не общался с нею, не брал ее общения. Он не был привлечен ее прекрасным телом, поскольку настоящий саду, куда бы он ни смотрел, саду никогда не смотрит на внешнюю красоту, саду всегда смотрит на душу в теле каждого, в сердце каждого. Он видит, что это просто материальное тело, полное крови, плоти и испражнений. И с таким умонастроением наш Удов Махарадж, когда он отправился в Хастинапур, то поклонился Дурьотхане. Дурьотхан был очень полон ложного эго. И вот Дурьотхан думал, что Удов кланится мне, и спросил, что случилось. А великий Удов, он клонился Дурьотхане, не Дурьотхане, а Удов приносил поклон Параматме, Кришне, который пребывал внутри его. И вот любой проповедник, куда бы он ни ехал, он не должен видеть мужчин, женщин, старых,
грязных, черных, белых и прочих американцев или португальцев там или еще кого-то. Это неправильный даршан. Он должен видеть, что Бхагаван пребывает в сердце каждого, и поэтому я могу выражать им почтение моим смирением. Они в ответ тоже выразят почтение мне. И это настоящий даршан. И если такого даршана, такого видения, мировоззрения нет у вас, если видите какую-то прекрасную женщину или молодого мужчину, который сидит перед вами, то такой даршан – это в виде только плоть и кровь, то есть такие материальные тела только он не допускается для настоящих проповедников. И вот Харидас Такур явил такое сострадание. Харидас Такур, он провозгласил, что я ждал этого времени, чтобы пролить милость на тебя. Я знал, что это Рамачанды Канна проделки, и я все равно ждал, чтобы пролить свои милости на тебя. И сейчас ты получила милость, сиди здесь и повторяй Харинам, а я пойду в другое место. Смотрите на настроение Харидас Такура. Харидас Такур с великим терпением ждал, чтобы ее сердце изменилось, этой проститутке. И такова процедура проповеди. Проповедь может совершаться позитивно и негативно. Я говорил уже об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто проповедуют, они должны помнить эти две шлоки Рупы Госвами Пада. Они должны иметь терпение и принять прибежище у Харинама Прабху. И не должны забывать и выражать почтение другим людям. И автоматически они придут и привлекутся, они будут вдохновлены слушать эту глубокую философию Шри Чайтанья Махапрабху. Если Шри Чайтанья Махапрабху говорит так, и вот провозглася это было дано Шри Чайтанья Махапрабху давно, 550 лет назад, и сейчас мы проповедуем через интернет прямо или косвенно. Тысячи людей слушают Харикатху, и кого же благодарить за это? И то есть Гурудев и Прабхупад, они благодаря им это все происходит. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы можем воспевать славу Гуру Варге и вот благодаря наставлению Шримана Махапрабху 500 лет назад, то Махапрабху он с этим наставлением дал силу и возможность следовать этому, когда Махаджон Гуру Дев Вайшнав, Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда или Адвайта Гасай, когда они говорят что-то в их словах, в свои слова они вкладывают огромную силу. Когда Наротам Такур, когда он вот он в своих киртанах он выражает свое сердце, это не какая-то сухая философия, поэтому у нас нет права менять ни единое слово там. И поэтому любой махаджан, если говорит нам что-то, дает какое-то наставление нам, как мы Гурудев говорит, или Гурварга, или Бхактивардан Сагар Махарадж, Гири Махарадж, Нананда Баба, и прочие Санта Госвами Махарадж, Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, все они дали мне указание, не знаю почему. Бон Баба, очень прекрасный преданный Госвами Махараджа, он в Читак Парвати совершал баджан в то время, повторял Лакхи Харинама. Я не знаю, почему они
говорят мне так, и вот по указанию, по их указанию я готов говорить Харикатху, и таким образом, поскольку по указанию Гуру и Вайшнавов, когда они дают указание нам, то в этом указании сила исполнять его оно уже, тоже есть. Когда Гурудев говорит, когда Гурудев сказал мне, дал мне какое-то указание, то с этим указанием будьте уверены, способность исполнить его он тоже дает. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, что это прямое наставление Чайтанья Махапрабху по всему миру. Вы должны проповедовать, вещать мое послание, мой идеализм, и мы должны делать это. И это наша обязанность, поскольку особо нам Прабху, чтобы Верховный Господь был доволен в эту Кали-югу, это самый простой путь, чтобы Верховный Господь был доволен нами через Харинам. Это единственный путь, единственная процедура в Кали-югу. И вот Шрила Прабхупад говорит, если у нас есть анья-бхилаш, какие-то посторонние желания в нашем сердце, то майя, она может явиться в различных формах перед нами, в каких-то страшных формах, и заставить нас спасть. И таким образом, таких как Харидас Такур, наша великая Гурварга, они проповедуют перед обусловленными душами не для того, чтобы общаться с ними. О, кто-то может... То есть, если вы, приезжая в страну, слишком много интересуетесь ей, ну, например, кто-то в Италию приезжает, слишком вдохновлен этой Италией и смотрит, как там все, и ну, больше время занят изучением этой Италии, чем проповедью, то ну, мы наоборот должны делать, как Шрила Прабхупад, когда он сказал, когда мой Гурупад Падма Горги Шурдас Бабаджи Махарадж сказал мне, чтобы я не общался ни с кем, чтобы я не ездил в Кали-Браманду и не принимал никаких учеников. Я хочу напомнить, я говорил об этом раньше. И вот Шрила Прабхупад говорил, мой Гурудев сказал мне, чтобы я не стремился ни к какому общению. Шрила Прабхупад сказал, а как я могу делать это, общаться с какими-то материалистами, как это возможно для меня? Это невозможно вообще стремиться к какому-то материальному общению в то время, как я обрел мое высшее общение с моим Гурупад Падмой Парамхамса, Гурупад Падма Шрила Горкишурдас Бабаджи Махарадж. Он уже дал мне свое высшее общение, и после, обретя это великолепное общение, как я могу надеяться стремиться к общению с какими-то обусловленными душами или чувствовать какое-то вожделение, это невозможно, поскольку я получил общение с моим Гурудевом Парамхамса Шрештхой, лучшим из Парамхамсы. Поэтому если вы получите общение, настоящее общение с чистыми Гуру Вайшнавами, то никакие посторонние желания Анья Бхилаш не заденет ваше сердце. Всю вашу жизнь это должна быть ваша единственная обязанность, пытаться сделать все, что для радости Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Никаких желаний не должно быть у вас. И вот Шрила Прабхупад говорит, Горанам, Горадама, Горакама, Горанам – это имя Горанги. Горадама – это место Горанги, его обитель. И желание Горанги Махапрабху. Мы хотим все это воплотить в жизнь, и это наше единственное служение. Мы приняли этот обет оставить наше тело. Через служение мы будем совершать служение, и мы будем пытаться сделать все для удовлетворения Верховного Господа. Вот кто-то спрашивает у меня, что вот какой-то Махарадж, он ездил тут и там,
И все его ученики, последователи говорят, что он Патита Паван, и что действительно, я говорю, может быть, но одно «но». И от Шилы Прабхупады я узнал, что если кто-то действительно Патита Павана, то этот Патита Павана, гуру Вайшнава, если они куда-то едут или посещают какие-то места, Патита Паван значит спаситель падших. И вот они едут туда, чтобы спасти падших. Если этот Патит Паван Гурупад Падма, если сам пойдет, чтобы пролить милость на вас, то что это за Патита Паван такой? Патита Паван значит так или иначе, как Харидас такой, он может положение этой проститутки Лакхакиры очень плохо, но что? Намабас, просто звук святого имени, он может спасти нас от всех грехов, от всех наших прошлых грехов. Что говорить о настоящем Харинаме? И пытайтесь понять, все провозглашают, что мой Гурудев Патита Паван, но это ваша привилегия говорить об этом, думать и думать так. Но вы должны думать, что ваш Гурудев Патит Паван или нет, какие-то есть при... Есть какие-то неправильные представления из-за... Ну, кто-то, в общем, неправильно думает, что его Гурудев Патита Паван, но все думает. Бывает, но иногда люди думают так на какого-то гуру, этот гуру ведет себя абсолютно недостойным образом. И вот и такие, то есть определение Патита Павана – это спаситель падших. А если этот спаситель падших сам падает, то значит, он таким не является. И вот все падшие души, они, и вот имеется в виду, что если это Патита Паван, спаситель падших, он спасает кого-то, то сам он при этом не опускается, а только возвышается. Он получает дополнительную милость от Верховного Господа. Он получает больше милости от Верховного Господа в процессе помощи другим людям. И вот это слово Патита Павана или Госвами, например, сегодня слово Госвами просто как какая-то мода, если какой-то гуру, да, какой-то гуру не имеет Госвами титула, то но иногда видно, что этот гуру иногда падает, иногда почти падает, иногда туда-сюда болтается, но себя Госвами называет, но это не так. Это не положение Госвами. Я уже сказал, вот кто такой Госвами, который соответствует вот этой шлоке у Падишамриты. То есть некоторые люди слепо заявляют о ком-то, что он Госвами, но как мы можем говорить, может он какой-то баджан совершает, но как он Госвами может стать, это мало. Госвами тот, кто находится за пределами влияния Майи, не только это. Он может наставлять весь мир. Вот как говорится в этой шлоке у Падишамриты, то есть такой человек, он настоящий Патит Пава, настоящий Госвами, он может спасти весь мир. А сейчас очень сильно принижают титул Госвами, времени мало. Я еще несколько примеров приведу, как... И вот, когда Шрила Прабхупад ушел, но все же Шрила Прабхупад потом явился в каких-то обстоятельствах перед преданными. Мой Гурупад Падма, после того, как Шрила Прабхупад ушел, много раз он видел Шрилу Прабхупаду. Шатакоти Нам Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, он приходил к моему Гурудеву, очень любил меня, давал мне наставление, что я должен говорить Харикатху.
И даже сейчас есть какую-то саду в Бхаджан-Кутире Шрилы Прабхупады. Он рассказывал, что ночью, около часа ночи, звук Харинама исходит от Бхаджан-Кутира Шрилы Прабхупады, но не все могут чувствовать это. И вот после того, как Шрила Прабхупад уже ушел, он все равно потом много раз приходил, чтобы спасти каких-то душ. И у нас нет права критиковать никого из учеников Шрилы Прабхупады, поскольку обязанность Шрилы Прабхупады спасти их. Может, они что-то неправильное сделали, но мы должны только показать Сиддханту, а не критиковать кого-то. Мы не избегаем Сиддханты, поскольку это очень опасно. Я должен говорить все подробно с различных точек зрения, чтобы эта Сиддханта не была незакончена, не полна перед вами. И вот Шрила Прабхупад, если ушел, но мы видим, что Шрила Прабхупад много раз возвращался опять. И несколько примеров я могу привести вам. И вот также много тем, и я чувствую, что я нахожусь в океане. Я по славе Шрилы Прабхупады, я думаю, что говорить, что нет. Я думаю, завтра я буду говорить о славе Шрилы Прабхупады. И какие-то наставления были даны Шриле Прабхупаде. И я буду говорить об этом. И потом я вернусь в этот случай в Балигае. Там тоже он исполнил наставление Бхактивинода Такура. И на сегодня хочу сделать заключение. И мы, Гауди, это наша обязанность исполнять указания Шримана Махапрабху, имя Махапрабху. Мы должны проповедовать, буквально вещать его учение, поскольку однажды Шрила Прабхупад дал наставление Бхакти Вивек Бхарати Махараджа. Он старший преданный в Читани Матхи. И вот он был старше Шрилы Прабхупады по возрасту. И вот Шрила Прабхупад дал наставление Бхакти Вивек Бхарати Махараджа. И вот Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, он должен отправиться вот на эту харикатху сегодня вечером. В 4 он должен идти и говорить харикатху Сиддханту. И после этого, когда Бхакти Вивек Бхарати Махарадж ушел, то Шрила Прабхупад, он пошел в библиотеку, и в этой библиотеке Шрила Прабхупад спросил Парамананду и другого севака. Бхарати Махарадж уже ушел. Да, уже ушел. Ушел? Да. С какой книгой? Какую книгу он взял с собой на проповедь? Саваки сказали, Бхагаватам взял. Бхагаватам? Почему? Мы, Гаудии, это наша первая обязанность проповедовать славу Гауранге. Он должен взять с собой читание Бхагавату. Почему он взял Бхагаватам? Ну, вернется, поговорю с ним. И таким образом все время Шрила Прабхупад, он хотел сконцентрироваться на славе Гауранги. Очень часто Шрила Прабхупад говорил, это наша обязанность проповедовать милость Шримана Махапрабху, которая за пределами воображения, какую милость мы можем обрести от Шримана Махапрабху. И мы знаем, что мы можем получить от Кришны, но ту великолепную милость, мы можем получить от Махапрабху, это за пределами воображения, и это обязанность Гауди. Мы должны говорить об этом, о великолепии, милости и славы Гауранги Махапрабху. Это наша обязанность. И вот
И вот мы должны проповедовать имя и учение, и славу Шримана Махапрабху, и славу его Дхаммы, и исполнять его желания, желания Махапрабху. Мы должны практически воплощать их в жизнь. И это наше единственное служение. Мы приняли обет в нашей жизни следовать Гауранге Махапрабху, следовать Бхактивинода Тхакуру, следовать Шриле Прабхупаде, Гуруварге полностью. И мы не нарушаем нашу линию баджана. И вот Шрила Прабхупад сказал, организовать служение в Виграхе, различных виграхам в различных храмах Гаудимиссии. Мы должны зависеть только от Мадхукари Бикши. Не так, что с Америки можем получить 50 тысяч рупий, а что с ними делать? 5 миллионов, точнее. И если вот кто-то пошлет столько денег нам, потом надо будет думать, что с ними делать. То есть мы должны принимать, просить, если просим что-то у Кришны, просить то, что нужно. Но в Бхагаватам описывается, что в Кали-югу эти саньяси будут занимать деньги каким-то торговцам. И это плохо. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, это не наша обязанность собирать слишком много денег. Шрила Прабхупад говорил, это не наша обязанность собирать кучу денег. Что делать с этим? Если мы соберем это, то будем обусловленными душами. Очень скоро мы возгордимся, что будем гордиться, что мы богатые саду, и будем других оскорблять. Это плохо, что какой-то там бедный саду, ни денег нет, ни учеников, ни на Запад не ездит, что толку. И таким образом мы можем выразить наше ложное эго и оскорбить кого-то, и это может стать причиной нашего попадания в ад. Это самый простой путь попасть в ад. И вот поэтому Кунти Деви говорит перед Кришной такие слова. И вот это, через эти четыре вещи мы можем выразить, мы можем возгордиться этим и выразить свое ложное эго. Это джанма, айшварья, шрута, шри. То есть высокое рождение, красота, образованность и богатство. Если мы этим слишком гордимся, те, кто нишкинчены или окинчены, они могут получить возможность служить твоим лотосным стопам в твоем вечном мире. Только и только те чистые гуру вайшнавы, нишкинчан вайшнавы, они могут обрести возможность служить твоим лотосным стопам. Никто другой может, у них есть куча денег, но этого мало. Другой пример могу привести. В Южной Индии Мадхвачари пит в рупии. И вот там есть какие-то великие ачарьи, согласно их представлениям великие. И вот там, в общем, есть какая-то группа ачарьи, и об этом я говорил 25 лет назад. И вот несколько ачарьи там было, я не помню.
где-то я слышал один ачарья, из этих 7 или 8 ачарьи поехал на западные страны, он был большим пандитом, при куче денег привез, вернулся в Индию, и после этого в Мадхвачарья Питх он пришел, и все другие ачарьи запретили, что не пускаем тебя в храм. Почему? Как? Зачем ты на Запад поехал? Для проповеди поехал? Как? Без разрешения поехал? И поэтому в храм тебя не пустят, и ачарьи ты больше не будешь. Мы тебе пост ачарьи забираем. И вот он вынужден был жениться потом, я вот слышал, и вот так его наказали. Без анугатхи, все, что мы делаем, хорошее или плохое, это опасно, поскольку, может, с вашей точки зрения вы делаете что-то хорошее, но Гуру Вайшнава видит последствия всего этого, и последствия могут быть очень плохие. И поэтому мы должны делать то, что говорят нам Гуру Вайшнавы. Может, наш материальный ум это не поддерживает сейчас, но все же мы должны следовать этому пути. И вот смотрите, таким образом, я привожу пример такой, через который вы можете понять. Шрила Прабхупад говорит, собирать кучу денег, это не наш баджан. Это не цель нашего баджана собирать деньги. Какая проповедь? А что мы делаем, что наше сердце все равно так же грязно, как было раньше, и что это имеется в виду? Что я хочу сказать, что это значит, что вы не даете свое общение людям, а принимаете их общение к себе. Вы берете деньги, общаетесь с ними, едите их еду и таким образом общаетесь с ними. И поэтому у вас нет права ездить в другие страны, если возвышенная душа, как Госвами Махарадж. Вы знаете случай с Госвами Махараджем. В Англии Госвами Махарадж провозгласил, что Кришна и Бхагаван, они здесь, и когда спросили, а где же Кришна, покажи нам его, и Госвами Махарадж сказал, что покажу, и вот он всю ночь потом молился Шри Прабхупаде, что сказал, что я пообещал, что я покажу им Адхокшаджавасту, Верховного Господа, Трансцендентного Господа, и где же его показать. И вот он утром чистил зубы, ходил туда-сюда и увидел под деревом нечто, и пошел, увидел, что там под деревом был Адхокшаджа Вишну, он поклонился ему, взял его на колени, и потом с этой Адхокшаджа Вигахой пришел показать вот Господа. И потом, когда он вернулся в Индию, он вернулся с этой Адхокшаджа Вигахой. И поэтому оскорблять каких-то вайшнавов очень опасно. Как Госвами Махарадж, мы можем изучить их жизнь. Я иногда говорю о них, но они посвятили свою жизнь, душу Шри Прабхупаде. И как мы можем сказать, что они неуспешны? И вот таким образом, когда они отправились на Запад, я слышал от моего Гурудева, мой Гурудев, он дружил с Бондом Госвами Махараджем. Иногда, когда Бондом Госвами Махарадж из Англии в Германию поехал, Германия в то время была после Второй мировой войны разрушена, ее только отстраивали заново, но в то время там ничего не было, ну, людям самим есть ничего было еще, как кому-то дать пожертвования. И вот тогда с Гаудимиссии Шрила Прабхупад отправил ему посылку с чарой, этим плющеным рисом, ну и прочей едой, сухой, с мури, ну и прочими запасами. Какие-то сухофрукты и прочие, и финики. И вот Шрила Прабхупад послал ему в Германию, и таким образом они проповедовали, а кто-то заявляет, что они бесполезны, как
они очень велики, они столько трудностей перетерпели ради проповеди по милости Шрилы Прабхупады. Они говорили Харикатху. Я слышал, люди в Германии, они говорили, что если на немецком будете говорить, мы только будем слушать, английский мы не переносим на дух. И тогда Бонда Госвами Махарадж за 6 месяцев всего, по милости Шрилы Прабхупады, он изучил немецкий и начал говорить на немецком языке. И вот вы подумайте о великолепии, их великолепии перед тем, как говорить, что они бесполезны. Вам стыдно должно быть говорить что-то плохое о таких великих личностях. И вот таким образом они проповедовали. Иногда не было еды, негде жить было, но все же они были довольны, говорили Харикатху. А Германия, она такая страна, в которой индийская культура и философия очень уважается. Как Макс Мюллер, например, он изучал Ригведу и прочие индийские писания. И хотя другие страны, они не принимают так близко к сердцу наследие ведическое, как Германия. И вот в других странах существования Ханумана не верили, только вот в Германии. В Германии его верили, в его существование. И думали. И вот из истории Ханумана есть такой случай, что когда он был маленьким еще, то просил мать достать луну ему. И мать говорила, что как это достать, это же высоко и далеко. Но Хануман он взял и допрыгнул до туда. И потом, когда нужно было какую-то траву лекарственную принести, Ханумана послали за этой травой в Гималайи, а Хануман не стал мелочиться и искать эту траву, а принес всю гору, чтобы этот муни сам собрал оттуда то, что ему надо. И поэтому мы не должны оценивать других людей согласно своим ограниченным представлениям. Мы всегда хотим кого-то составить какое-то представление о ком-то согласно нашим ограниченным представлениям. Мы не должны делать это. Мы не должны пытаться оценивать гуру Вайшнавов и Бхагавана. Мы должны думать, не забывать, что они самосияющие. И своими собственными усилиями мы не сможем оценить, насколько велик был Шрила Прабхупад. Любые наши оценочные суждения, они очень ограничены. И мы это не будет успешно. Лучше, если мы будем совершать шаранагати и совершать служение. И только через служение можно удовлетворить гуру Вайшнавов. И если вы будете пытаться служить им, то гуру Вайшнавы, они поймут, какая любовь, какое чувство у вас есть к ним. И вот если ваше сердце будет очень чувствительно, и вот если вы беспокоитесь, пытаетесь помочь как-то гуру Вайшнавам, то это очень благоприятно, это поможет вам достичь успеха. И такая любовь и забота о гуру и Вайшнавах, она день за днем поможет вам достичь наивысшей цели баджана. Не думайте, что вы женщина или мужчина,
не думайте, что вы бедные или богатые. Нет, вы все, что у вас есть, в каком положении вы бы ни находились, ваши руки, ноги, глаза и все прочее, все должно быть посвящено лотосным стопам Гуру Гауранги и Гандхарвики. И я обещаю вам, если вы сможете следовать этой процедуре, то я, сидя на Вьясасане, обещаю, вы станете успешными. Не важно, откуда вы происходите, с любой страны, это не столь важно, поскольку Кришна Баджан, он не зависит от вашего происхождения или убеждения. Если вы, например, с Африки, то кто говорит, что вы не сможете достичь успеха? Нет, Кришна Баджан, он на пути Кришна Баджана, его можно совершать независимо от касты, убеждений и происхождения. Это зависит от Анугати. Кто совершает баджан под руководством Гуру Вайшнавов, тот и достигает успеха. И другие, они не могут достичь успеха. Тот, кто совершает баджан всем сердцем, без всякого лицемерия, они смогут достичь успеха, они должны достичь успеха. Мы должны помнить это. И вот смотрите, Шрила Прабхупад под руководством своей Гурвараги, я имею в виду Прабхудананды Сарасвати и других, он, Прабхудананда, он держит соломку между зубов и молится от нашего имени, нашей Гурвараги. हे साधवो सकलमे विहाय दूरात् चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम This is our prayer. И это наша молитва, и тогда мы сможем стать успешными в нашей Гаудия миссии как проповедники. Мы подобные должны быть живым мридангам, и у нас не должно быть никакой возможности выражать ложное эго, гордиться своими качествами или знанием языков или еще чем-то. Шрила Бхактивинода Тхакура никогда не гордился тем, что он знает десятки языков. Он мог говорить на, он почти на английском, на хинди, на санскрите, на урду, на бенгали, на еще на чем-то. Ну, под десяток, арийский язык знал, ну, около десяти, но он никогда не гордился этим. Язык, знание языков, какое-то образование или... Ваша мощь проповеди – это не повод гордости. И главное качество проповедника – это шаранагати. Я могу вам дать живой пример, как это было возможно для Парват Махараджа. Он мой брат в Боге, он ученик Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджи. Я могу сказать, что он был моим братом в Боге, хотя он внешне был необразован. Он работал швейцаром в Непале где-то. С Непала происходил, на границе с Индией. Он даже подписывать не мог ничего, просто отпечаток пальца ставил. Но по милости Гурудева он смог достичь успеха. И если будет больше времени, в дальнейшем я расскажу, как он достиг успеха в своей проповеди. Он не мог читать, но он мог говорить Харикатху благодаря своему чувству сердца. У него была огромная любовь к Шриле Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджу и к Гирираджу. Он решил, что оставит свое тело перед Гирираджем. И Гирирадж, он внял его словам. Все 8 месяцев он путешествовал по всей Индии, проповедовал с Гирираджем вместе, но 4 месяца в Читармасе он находился на Гавардхане.
у Гирираджа в том месте, в какой-то Враджавасе, он пожертвовал ему это место, и вот он там жил 4 месяца. И в эту Читрамасе он совершал Гирирадж Парикраму каждый день, совершал киртан. И вот однажды он готовил подношение для Гирираджа Параману и Пури, когда в день Анакута. И вот в праздник Анакут, и вот он много чего приготовил, и вышел на улицу после того, как предложил все, пошел звать Враджаваси, раздал прасад, и после этого начал свою парикраму. И после того, как закончил всю парикраму, он совершал киртан также. И после этой парикрамы он пришел в Баджанкотир. И вот сел повторять харинам, до этого принял прасад в обед, но никто не знал, что он собирается оставить свое тело напротив Гирираджа Махараджа. И это была его решимость оставить свое тело перед Гирираджем. Не только это, вы должны помнить, что он оставил тело перед Гирираджем в той комнате. Вот Махарадж там, это комната рядом с Гирираджем, буквально там 20 метров до этого Гавадхана. И вот там молился всегда Гирираджу. И в итоге Гирирадж Махарадж, он внял его просьбе, его молитве и принял его. И также его проповедь была великолепна, хотя он английского не знал, бенгали тоже не знал, но Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, например, на 5 языках мог говорить: на тамиле, на телегу, на малайалаям, на английском, на бенгали, на ори, но никогда не гордился. Мы видели, что он прекрасно проповедовал, но это умонастроение, как он понял, он осознал, он понял, что он никто, чтобы проповедовать. Если Гуранга поможет мне в проповедь, то тогда я смогу. И Рай Рамананда говорил: «О Прабху, кто я, чтобы воспевать славу Кришны? Это ты, ты Кришна. Ты слушаешь Харикатху и ты говоришь Харикатху внутри моего сердца. Я знаю это, говоришь моими устами: «О Господь, ты очень умен, ты сам же говоришь и сам же слушаешь». И вот язык, он не столь важен. Будьте осторожны, внимательны. Мы всегда заняты каким-то языком, но я слышал от Гуру Махараджа. Гуру Махарадж говорил иностранцам, когда бенгали, то есть когда вот идет харикатха на бенгали, вы должны, может, если не понимаете, все равно должны сидеть и слушать. Если это настоящая подлинная харикатха, неважно, на английском, на бенгальском или на хинди, это не столь важно. Харикатха, у нее особое положение, особое влияние, особая сила. Это трансцендентная вибрация, она может затронуть ваше сердце и изменить его. Будьте осторожны. Гуру Махарадж говорил, и Шрила Прабхупад также говорил. Достаточно давно, когда Шрила Прабхупад был в Мадрасе и в других местах, на берегу Кавери, Кабури, и Шрила Прабхупад начал говорить на бенгали харикатху, и после этого Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж Хайгрив Брамачари, он подошел и сказал, что вы на бенгали говорите, а тут люди не понимают бенгали. Шрила Прабхупад сказал, что я не говорю на бенгали, не говорю на хинди или на английском, или на арийском, я говорю харикатху. И действительно, благодаря этой харикатхе все слушатели, они почувствовали какую-то реакцию внутри их сердца. Это называется подлинной харикатхой. И это моя просьба всем вам. Пусть весь мир спорит друг с другом, но какое вам дело до этого, не уделяйте внимания им, не теряйте свой баджан. Вы находитесь в вашей комнате и говорите харикатху.
и совершайте баджан, не пытайтесь думать на какие-то неважные посторонние темы, искать что-то там в интернете, кто что говорит, что им отвечать, это не ваше дело. Гуруага ответит на это. Пытайтесь, моя просьба к вам, развивайте интерес к Харинаму в тот день, когда вы почувствуете больше и больше влечения, вдохновения к Харинаму, то вы почувствуете, что ваш баджан, он происходит в правильном направлении. И не пытайтесь забывать это. Не забывайте это. Продолжайте совершать Харинам, Харибаджан, слушайте Харикатху, по крайней мере, Лак Харинама повторяйте. Лак Харинама для вас займет 4 часа, может чуть больше, максимум 4 часа, но вы не делаете это. Пытайтесь снова и снова, и вы сможете воспевать Лак Харинама, как это было возможно для Харидас Такура, для Шрилы Прабхупады повторять Харинам, совершать нам ягью. Они повторяли кровы десятки миллионов святых имен. Если вы будете следовать Гуру Вайшнавам, совершать совершенную анугатию, то это автоматически произойдет. Сейчас вы сами контролируете себя, свое сердце, свой ум и органы чувств, но когда вы предадитесь лотосным стопам Гуру Вайшнавам, то ваш ум и органы чувств, вы увидите, это контролируется Гуру Вайшнавами и Вайшнавами, тогда вы почувствуете настоящее удовлетворение, никакого жгучего сердца не будет в вашем сердце, вы будете видеть весь мир как своих друзей, а представление в друзьях и врагах, оно скверное. И Вайкунтха Дарсан – это видеть все благоприятным. И вот Шрила Прабхупад говорит, для того, чтобы поддерживать наш матх, мы должны зависеть от матхукари бикши. Мы не должны брать какое-то большое количество денег у кого-то одного, класть их в банк и жить на эти проценты. Нет, мы не выражаем такого настроения, что мы боги или тьяги, а мы не боги, не наслажденцы и не тьяги, не отреченцы. Кто мы, чтобы отрекаться от кого-то, от чего-то? Мы должны практиковать юкта-вайрагью, и поэтому мы не боги, не наслажденцы, не тьяги, не отреченцы. Мы всегда хотим, мы хотим совершать прекрасное служение. Всегда мы думаем о нашем уме, в нашем уме, когда мы сможем совершать такое служение, когда Гуру Вайшнавы, мы можем нести буквально сандалии Гуру Вайшнавов на нашей голове и достигнем своей цели. Мы должны развивать те желания, которые помогут нам продвигаться в баджане. Мы ждем, когда Парамахамса Гуру Вайшнавы могут использовать нас как... Когда Парамахамса Гуру Вайшнавы будут использовать нас в своем служении, могут позволят нам нести свои сандалии на нашей голове. И вот с Тринадапи Бавай, с совершенным смирением, если вообще эта Тринадапи Бава, она заденет наше сердце, то тогда с этой силой, с этой возможностью я провозглашаю перед всем миром, что те, кто... И вот если весь мир, он... И вот смирение гораздо лучше, чем гордость чем-то,
что такое тринадапи. Мы хотим провозгласить перед людьми, что кто-то хочет явить себя как какого-то важного человека в этом мире. Кто-то наслаждается каким-то материальным положением, кто-то царь или правитель какого-то мира, или еще кто-то, кто контролирует это материальное общество, но гораздо лучше. Оставить это желание контролировать материальный мир лучше, если мы будем являть анугатью, если мы покажем анугатью, если мы будем следовать анугатье этому трансцендентному миру. Анугатья — это следование, послушание трансцендентному миру. Это гораздо более важно, чем какие-то материальные достижения или контроль каких-то материальных объектов. И вот анугатья в отношении апракрита мира, в отношении трансцендентного, оно гораздо лучше, чем какое-то влияние в этом материальном мире. Но смотрите, ваше какое-то материальное влияние в этом материальном мире, оно ограничено этим материальным. И поэтому мы не должны стремиться к контролю над этим материальным миром, а лучше со смирением выражать почтение всем и пытаться показать через наше чувство, что мы совершаем харибаджан, и что у нас есть такая великолепная возможность совершать харибаджан. И поэтому мы должны пытаться и совершать харибаджан, и увидеть, я говорю ложь или истину. И вот перед всем миром, и вот этот Прабхупада и вот Махарадж хочет вспомнить вот эту шлоку Рупа Госвами, и с этой просьбой я заканчиваю на сегодня. Кипая хори кетана мурти дхарам дхарани варахарака гаура джанам джанакадика васала снигда падам панамами шада Прабхупаду падам панамами шада Прабхупаду падам панамами шада Прабхупаду падам ванчакалпадурвасике пасиндабхавча патитанан павани бхавишна бхю намо.